Приветствую вас! Я, конечно, не уверен, что вы задаете вопрос в правильную категорию, потому что, ну, как-то вот есть такое ощущение у меня, ибо любовь, ну да, это сила, да, энергия, но говорить об этом вот так, как вы говорите, ну, мне как-то не представляется сколько-нибудь правильным, потому что слишком уж это мистически. Вот. Любовь — это чувство, это сильное чувство, вот. Но тем не менее, несмотря на то, что это чувство сильное, оно все же имеет свои границы, оно имеет свои черты, она имеет свои особенности, чувством любви, вот. И мне кажется, что вам следует вообще для начала понять, что такое любовь, что такое любовь действительно, что она из себя представляет, любовь, вот. Ну, мне так, по крайней мере, видится ситуация. И уже после этого вы могли бы что-то делать. Вот. Значит, смотрите. Любовь — это сила, но это сила отдачи. То есть любовь — это сила в отдаче. В способности отдавать, в способности дарить. Способности дарить, например, ну, например, ласку, например, тепло, заботу, там, и так далее, вот. Поэтому вам, для того, чтобы быть счастливой и чтобы любовь работала, как вы говорите, вам на благо, нужно просто дарить. Дарить то, что есть у вас, вот. То есть просто вот то, что у вас есть, это дарить, вот. И все. Не ждать ничего взамен, не ожидать, что там вам будут давать в свою очередь, не надо. Вот этого делать не надо, это уже не любовь. Дарите. Дарите, отдавайте, и тогда у вас все будет замечательно. Я более чем в этом уверен. Вот. Понимаете? Какая ситуация? Это единственное, что вы можете сделать, ну, в данном случае. Это единственное, что вы можете сделать в данном аспекте, потому что, ну, как бы, если получилось вот так, как получилось, вот, то вряд ли вы способны это исправить, вряд ли вы способны это изменить. Вот. То есть, ну, можно, конечно, наверное, я не знаю, но можно, наверное, там обратиться в суд, чтобы там срок скостили, или, может быть, чтобы тебя срочно выпустили, если, ну, если он будет вести себя примерно. Вот. Но тем не менее. То есть я не буду говорить вам о том, что вам надо его бросить обязательно и так далее. Я уверен, что такие рекомендации будут. Вот. Я думаю, что любовь, если это любовь, то это в первую очередь именно возможность, желание отдавать. Вот. Поэтому если вы действительно любите своего мужа, вот, просто отдавайте ему, просто дарите ему то, что у вас есть, любовь, тепло и так далее.
И не забывайте о себе. Не забывайте о себе. Не забывайте делать для себя какие-то вещи. Не забывайте радовать себя. Не забывайте баловать себя. Вот. Не забывайте... не забывайте про о себе. Не забывайте наполнять себя. Потому что без этого, без наполнения себя, вы не сможете абсолютно никак любить своего мужа. Потому что любить может только тот человек, который любит себя. По-другому это, к сожалению, не работает. Вот. Так что, вот так вот, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Ситуация у вас действительно непростая. Вот, хотелось бы пожелать вам стойкости, хотелось бы пожелать вам упорства, терпения, вот, чтобы выдержать все эти вот проблемы, которые на вас свалили. Я уверен, вы справитесь. Вот. И мужу, соответственно, тоже можете показать мой ответ. Вот, мой аудиоответ. Чтобы он тоже для себя вот определил это. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.